Положил в землю, да, то есть я вам сказал лечь. Он вскочил, я в итоге сделал выстрел, попал ему в ягодичную область. Тем самым обезвредил его движение, то есть он не смог уже двигаться. Вот. После чего мы его отточили, начали допрашивать. Оказывается, это было командир эвакуационной группы с телефоном, в котором была встроена крапива. Крапива — это то приложение, где у них есть определенные точки своих дислокаций. То есть это либо резервы, либо огневые какие-то, артиллерии, да, танки, ну и так пехота. Вот. Мы, соответственно, его быстренько эвакуировали, оттаскивали, по нам шел огонь. И потом, после, я узнал у командира то, что мы разнесли в Часов Яр, авиаудары делали по их позициям, именно резервным позициям. И также по артиллерии, ну и по пехоте. То есть благодаря этому телефону в тот день мы нанесли большой удар вражеским врагам.